у вас на второй части. Итак, мы в первой части закончили провязывать наши основки. Вот такие вот замечательные. Теперь мы будем делать ушки. Берете ниточку другого цвета. У меня, например, я вязала, так как желтенький, у меня это коричневый цвет. Ну, как бы любой в сочетании. Сильно как бы я не заострялась на внешнем виде ниточек, поэтому я связала очень такие простые, скажем, в оформлении, очень простые вязания для вас. Итак, вяжете воздушную петлю, закрепляете ее и в нее вяжете 18 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И делаете накид, отсчитываете 4 петелечки, четвертую вяжете столбик 1 с накидом, столбик с 1 накидом. И в каждую петелечку делаете столбик с 1 накидом. Так должно у вас получиться 15 столбиков с 1 накидом. Сейчас посчитаю, сколько у меня получилось. Уже сколько я провязала. 2, 4. Это пятая. Десятый, одиннадцатый. На самом деле после спицы очень тяжело переходить на крючок. Но вы постарайтесь. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый столбик. Пятнадцатый, последний столбик. Теперь делаете 3 воздушные петельки. У вас будет так заниматься, как у меня, ничего страшного. 1, 2, 3. Переворачиваете. И в эту же петельку делаете столбик 1 с 1 накидом. И теперь точно так же в каждую петлю делаете по столбику с накидом с 1. У вас должно в конце ряда получиться уже 16. Смотрите, почему я говорю 16? Потому что 16 столбик. Мы над каждым столбиком делаем столбик. И 16 петельку мы делаем в третью петелечку подъема. Мы сейчас дойдем до этого места, и я вам покажу, как это сделать. Итак, 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15 столбик провязали над 15 столбиком и теперь вяжите в третью петельку подъема 1, 2, 3. Вот в третью петельку подъема вы вяжете 16 столбик. Снова 3 петельки воздушные и переворачиваете. Можно было бы, конечно, провязать 15 столбиков над 15, но, если честно, я не люблю, как получается в итоге, как бы такие вот по окончанию, как такие ажурчики, что ли. Я решила прибавить петелечки постепенно по одному столбику. И за счет этого у нас будет ровный здесь краешек. Итак, снова воздушная петля.
накид и провязываете столбик с одним накидом над каждым столбиком. И в этом ряду у вас должно быть уже 17 столбиков с одним накидом. Опять же, напомню, 17 столбик вы делаете в третью петлю подъема воздушного. И благодаря этому у вас получается 17 столбик. Ну, получается, краешки немножечко насквозь, ну, так было мной и задумано. Здесь как бы для домашних петлюлечек я выбрала очень такой вариант, легенький. Можно бы, конечно, было и ушки кольцом амигуруми закрепить, и все там. Носики и глазки, бусинки. Ну, для домашних тапочек я выбрала очень легкий вариант, очень простой. Вот. Итак, делаем 16 столбик. И третью петлю подъема делаем 17 столбик. Делаете еще одну воздушную петлю и вытягиваете ниточку. И обрезаете. Итак, прячете кончик вот этот вот. Этот ниточку вы обрежете. И вам нужно вот таких вот ушек провязать 4 штучки. То есть на каждую пинеточку по 2 ушка. Также не забывайте оставлять краешек ниточки не слишком коротенькими, чтобы потом втянуть в иголочку и пришить посланники ниточки. После того, как мы связали все 4 детальки ушка вот такого, нам осталось их пришить. Пришиваете их вот таким приблизительно образом, вот так вот, за кончики, то есть той ниточкой, которая у нас осталась длинненькая, вы пришиваете вот таким вот образом сюда, на одну и вторую пинеточку. Затем я вам покажу, что будем делать дальше. После того, как мы пришили ушки наши замечательные, я вдела ниточку в иголочку такого же цвета. И теперь вот ввожу, получается, если снизу приблизительно четвертый рядочек и посерединке верхушки нашей пинеточки. Ввожу ниточку и делаю такой вот визуальный треугольничек. Так, вот, прячу ниточку, узелочек наш на изнаночную сторону. Не получилось, немножечко выскочила. Вот, прячу узелок и делаю визуальный треугольничек. Так, вот, ниточкой продеваю. Ниточкой, получается, как вышиваю треугольничек. Вот такой вот замечательный треугольничек. Делаю макет носика нашего. Следите за тем, чтобы вы не пришили этот носик, получается, к верхушке и к подошве, чтобы у вас здесь проходила ножка. И делаете буквально 3 стежочка. Вот такие вот. Если вы двойной толстой ниточкой делаете, как и я, то вам будет достаточно 2-3 стежочка. Вот такой вот носик делаете. И один стежочек делаю, сейчас делаю второй стежочек. И третий стежочек. Распределите их по носику, чтобы было симпатичненько смотрелось. И максимально растяните пинеточку, посмотрите, чтобы нигде не стягивало. Если нигде не стягивает, то подтяните все. Вот таким методом. И теперь здесь делаете несколько стежочков. Вот видите, я уже одну делала. Теперь делаю вторую. Это приблизительно вот здесь.
это делаете повторение. И вышиваем глазик, делаем буквально парочку стежков. Опять растягиваете, чтобы у вас нигде не стыкалось и не спускалось, чтобы не стягивало ничего вообще. И делаете второй глазик таким же образом. Парочка стежков, я думаю, будет вам достаточно. Сильно не затягиваете, чтобы не было стянуто. И второй. Вот, вот таким вот образом. Закрепляете ниточку и обрезаете. Вот так вот получились у нас такие замечательные собачушки. Вот. Стараетесь сделать более как бы одинаково. Я, например, сделала, может быть, немножечко разные, но в принципе получилось довольно-таки неплохо. Вот такие вот собачулечки. И нам осталось только пришить подошву. Я вырезала из кожзаменителя две вот такие вот, скажем так, два таких прямоугольничка с слегка закругленными такими уголками. Я думаю, что можете, если хотите, по желанию вырезать и детские лопатошечки, такие вот своего рода как подошвочка. Если у вас есть желание, но у меня я как бы не появилось такое, скажем, фантазии. Почему? Потому что ребеночек как бы обычно одевает как на левую ножку, так и на правую ножку. В общем, здесь никаких обозначений, так сказать, изменений для ребеночка не будет. То есть на какую ножку он оденет, на такую оденет. Поэтому я решила сделать именно прямоугольнички для того, чтобы не протиралась пинеточка, в общем, наша, чтобы максимально надольше хватило. Долго носилась. Поэтому мы сейчас снова вдеваем ниточку в иголочку и небольшими стежками, частыми, пришиваем эту подошвочку. После того, как мы пришили подошву к нашим пинеточкам, сделали ушки, вышили личико, нам осталось сделать обвязочку краешком нашей. Смотрите, на лицевой стороне находите краешек, там, где вы прятали кончик ниточки, начало ряда. И делаете вот такую вот воздушную петелечку с коричневой ниточки. И вводите ее приблизительно вот сюда вот в петелечку. Закрепляете ее и делаете еще две воздушные петелечки. Накид. И в эту же петелечку делаете один столбик с одним накидом. Снова накид, в следующую петелечку, столбик с одним накидом, столбик с одним накидом. Снова в следующую петелечку, столбик с накидом, столбик с накидом. То есть каждую петелечку делаете по 2 столбика с одним накидом. В каждую петелечку. Вы здесь увидите, у вас такие больше дырочки, чем везде. Вот так вот, когда вы формировали резинку один на один, они у вас так вот образовались. И теперь в каждую петелечку по 2 столбика с одним накидом. И так до конца ряда. Вот я дообвязывала все столбики наши, вот все петелечки. И делаю петлю подъемчика третью. Соединительный столбик таким вот образом. И все, закрепляем ниточку, вытаскиваем ее и обрезаем.
Точно так же вам нужно сделать и вторую пинеточку. Получается вот таким вот образом. И вот пинеточки наши. Все, делаете вторую точно так же. Еще раз повторюсь, если вы делаете для девочки, можете добавить какие-то цветочки, ленточки, сердечки. В общем, все-все-все, что пожелаете, можете вот здесь, где ушко, можете обвязать рюшиками, не просто столбиками с накидом, а какими-то, например, делайте в каждую петлю по 5 столбиков с накидом и соединительную петелечку, либо столбик без накида после этих 5 столбиков с накидом. Ну, то есть делайте какие-то рюшики на свое усмотрение. Если вам понравились мои пинтулечки, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!